Меня зовут Иззат. Меня прооперировали к клинике Саба Дармон, которая находится в Ташкенте. Хочу выразить свою благодарность всему коллективу клиники Саба Дармон за оказанное мне лечение. Особенно хочу выразить свою благодарность персонально Адылхаджаеву Аскару и его ассистенту Хуснудину Низамедину. У меня была долгое время грыжа. Вот. И по совету врачей я обратился в эту клинику. Господин Адылхаджаев Аскар и Хуснудинов Низамедин меня приняли в кратчайшие сроки. Они мне объяснили, какие бывают виды операции. Вот. У каждого вида операции какие есть плюсы, минусы, сколько времени длится операция, какие возможны последствия. То есть мне была дана грамотная, полная профессиональная консультация. После обращения в течение недели я был госпитализирован в данную клинику. Операция прошла успешно. И на следующий день я уже ходил на улице возле больницы. Никаких болей, никаких ощущений негативного характера не ощущал. Отношение ко мне со стороны персонала Саба Дармон было отменным, очень хорошим. Питание, условия в клинике Саба Дармон очень хорошие. Вот. Я желаю всем сотрудникам клиники Саба Дармон успехов в работе. И всем, у кого есть паховая грыжа, которая была у меня, я бы посоветовал данную клинику обращаться, в которую можно в любое время. Поэтому я очень-очень рад, что у меня все хорошо. Теперь я здоров и могу трудиться, жить и работать абсолютно как здоровый человек. Вот. Спасибо всем.